Всем привет, с вами Тимуха, и в этом видео я расскажу вам про концерт Lil Nas X в Roblox и про то, как бесплатно получить вот такую новую эмоцию. Поехали! Ну, с самого начала я отдам должное дизайнерам этого плейса. Карта, оформленная в стиле Дикого Запада, насыщена деталями, и мне это очень нравится, выглядит прям круто. Вот, к примеру, эта шляпка на вешалке на самом деле отсылка на известного западного ютубера Kaneko Kitten. Еще в этом плейсе мне очень нравится блюр, именно то, как он сделан. Просто в большинстве игр я его нафиг отключаю, потому что чаще всего выглядит это убого. Но здесь же это реализовано приятно, блюр ненавязчивый и создает приятную атмосферу. А, ну еще тут перекати поле прикольное. Также снизу у нас есть менюшка с эмоциями, и про большую часть из них я могу сказать одно. Забавно. Но есть один баг. Если часто клацать по одной эмоции, то эта самая эмоция ускоряется в несколько раз. И выглядит это как минимум странно. Не смешно. Я же, кстати, попал на пришоу. И это было довольно скучное зрелище. Вот помните концерт Ava Max? И я не помню. А он был. Та же самая ситуация была и с пришоу. Но на нем нам показали небольшой спойлер к основному концерту, который будет уже сегодня в 12 ночи по МСК. В ролике мы видим, как нашего Lil Nas X нарядили в костюм для захвата движения, и он выполняет разные мувы. Помните, какие концерты устраивал Fortnite? Ну так вот, 3D-модель Lil Nas X уже светилась в Роблоксе, и что-то мне подсказывает, что на основном концерте будет что-то подобное, что было в Fortnite. А теперь давайте я расскажу вам про то, как получить вот такую эмоцию. Эта эмоция, если что, навсегда останется в вашем инвентаре, так что не волнуйтесь. Но получить ее можно будет только до 15 ноября. То есть 16 числа в понедельник вы эту эмоцию уже не сможете получить. Давайте ее уже получать. Для этого нам надо собрать 15 вот таких токенов, разбросанных по карте. Пойдемте их собирать. Если мы попали в торнадо, то чтобы максимально высоко выпрыгнуть из него, нам необходимо нажать на пробел в тот момент, когда вот это кольцо максимально станет маленьким. Тогда мы подлетим очень высоко. Все, вот эта эмоция теперь в нашем инвентаре. Я, если что, буду стримить основной концерт, так что приходите к этому времени. А если вы здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки, звать друзей и, конечно, присоединиться в наш Discord сервер. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто донатит мне на стримах. Залетайте и на них, мы там очень весело проводим время. А с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи. Конец мюзик. Аля, прощай себе хуй.